Также, друзья, сегодня у нас долгожданное поступление народной уже ставшей эстрады от компании DL Audio. Грифон Pro 165. Кто долго ждал? Но помимо, данная эстрада потянула за собой и младшего, да еще и старшего брата. Теперь эта же эстрада еще в двух типах размеров. У кого нет возможности поставить 16 динамики, эстрада теперь в 13-сантиметровом размере. Те же грифоны Pro также круто играют. Но, а кто хочет побольше, еще и двадцатки есть, друзья. Смотрите, они выглядят вот таким вот образом. У них маленько разный частотный диапазон в силу своего размера. То есть тринашки у нас играют от 140 Гц. Если брать шестнашки, они играют также по классике от 100 Гц. Ну, а двадцатки в силу своего размера могут забираться довольно-таки низко. Друзья, 80 Гц. Прикиньте, насколько они панчевые. Кстати, и шестнашки тоже хорошо панчат. Если говорить о мощности данных динамиков, тринашки составляет разумная мощность 60 Вт. Шестнашки также все осталось честные 80 Вт. Ну, а двадцатки, друзья, поинтереснее 100 Вт. Всей этой эстраде не требуется мощный усилитель. Они играют громко и панчево даже от обычной магнитолы. И в случае чего не требует сверхмощного усилителя. Достаточно подкинуть 100 Вт на брата. Обязательно будет прослушка этой эстрады. Думаем, она всем понравится. Имейте в виду, Грифон Pro теперь во всех типах размерах.